Добрый день! В эфире рубрика «Трали-вали». Сегодня, джентльмены, я буду учить вас новой игре. Что за игра? Рассказывайте поскорей. Игра называется «Самый хозяйственный». Суть ее вот в чем. По сигналу ведущего игроки выкладывают на стол все, что только смогут найти в своих карманах. Чем больше, тем лучше. Как правило, у мальчишек много при себе всякой ерунды, поэтому игра может затянуться. Чтобы этого не произошло, ведущий снова дает сигнал. Ваше время истекло. Похоже, у вас одинаковое количество барахла в карманах. О, классно! Поздравляю вас, коллега! Но, к сожалению, победителя у нас сегодня нет. Не понял. Почему? Потому что у истинного джентльмена должно быть в карманах только два предмета. Расческа и носовой платок. Ну вот, зря старались. Скоро увидимся. Пока-пока.